за ерунду передают по радио? Ну, честное слово, ну невозможно слушать, ну. Фу ты, чернуха! Фу ты, реально! Фу, что за жизнь такая, ну? Невозможно! Ненавижу! Кошечки мои! Вот так вот. Ну, здравствуй, моя смерть. Да, крупно он, ой, долбался. Ну, чё, мужик, квартира есть? Есть. А теперь нет. И теперь нет. Чуть матерное слово, блин, не сказал только что. Я говорила, не выходи замуж за козла. Это ж ты мне про Егора, соседа напротив, говорила. Неважно. Видишь, в твоем случае это универсальная фраза. Заднюю включу, блин. Слышь ты, сухогруз с сосисками, давай отсюда не подкалывай. А где ж мне теперь жить там буду? Блин, голоса у них такие, блин. Небогатые, да. Этого явно на квартиру не хватит. Хочешь получить квартиру в центре Москвы? Хочешь прославить себя и свою семью на всю страну? Прими участие в первом в истории семейном реалити-шоу «Как достать квартиру?» Вас достали ваши соседи? Теперь у вас есть шанс отомстить. Квартира в центре Москвы. Спасибо звезду новым за идею. Кастинг семей состоится в пятницу в 11 часов. Следующий. Привет. Мы семья Рамштайновых. Мы умеем делать вот так вот. Рамштайновы? А есть еще группа Рамштайн в реальной жизни. Следующий. Но эти парни вообще не похожи на участников группы Рамштайн. Сколько можно меня на ноги наступать, чтобы глаза мои тебя не видели? А чтоб твои глаза меня не видели? Тебе просто достаточно снять очки. Андрей, хватит умничать. Это хоть кто-то в этой семье умничает. Вы приняты. Голоса вообще мамаша, смешные. Мамаша, не теряйте сумочку. Лучше подпишите контракт. 24 часа в сутки вы будете под наблюдением скрытых видеокамер. Леди, ваша цель – выжить всех соседей из дому, пока они не выжили вас. А когда будет обед? Победитель реалити-шоу получает главный приз – квартиру в центре Москвы. Ура! Ну что, подписываем? Их, подписываем! Рано радуйтесь, еще выиграть надо, блин, тут. Тридцать три квадратных метра. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и, как вы уже, наверное, догадались, сегодня я буду играть в такую прекрасную игру, как достать квартиру. Ну или же альтернативное название 33 квадратных метра война с соседями. И это игра, которую вы долго-долго, несколько лет даже, наверное, ждали на моем канале. Я наконец-то решил сделать это. Короче говоря, что тут по настроечкам? Настройки поставил высокие, разработчики, компания ОСП создала эту игру и выпустила в 2008 году. Короче, в 2008, да, я только что сказал. Короче, это очередной клон игры «Как достать соседа», но этот, он самый наиболее прокачанный, самый навороченный по всем вот этим вот вещам. Ну и он основан на телесериале «33 квадратных метра», который выходил с 1996 по 2004 года. Так что вот так вот. Собственно говоря, мне некоторые подписчики, вот мне даже писали, что им нравится этот телесериал, и они из-за этого играют. Я как-то давным-давно в эту игру играл. Очень-очень давно, много лет назад, дошел до врачей и дальше не прошел.
и смог пройти. Я надеюсь, что мы с вами пройдем все уровни. Собственно говоря, спустя вот много лет я первый раз запускаю, так что не исключаю, что я опять там буду тупить. Так что, ну ладно. Короче, это уровни. Выбираются они. Это персонажи, типа, правда, не слева направо, а справа налево. Ну ладно, короче, поехали. Первая серия. Вчера вечером качок Горилла отобрал у Андрюши Звездунова Конституцию России в картинках. Теперь Горилла качает не только мышцы, но и права. Кто его остановит? Смотрите реалити-шоу «Война с соседями» на канале ОСП. Война с соседями. Так, в общем, геймплей тут очень даже не сильно-то похож на когда соседа. Видите, тут такой вот вид сверху. Ну и, короче, да, я тут, возможно, буду тупить, потому что я ничего тут не помню почти. Ну, что-то, наверное, вспомню. Может быть, но обещать не могу. Так, в ванной что-нибудь у нас есть. Ну, вот с вентилем что-то явно надо сделать. Отвертка, так. Так, ладно. Здесь геймплей еще такой вот. Противник на каждом уровне разный противник всегда. И он, короче, у нас 3 жизни, и мы теряем их только тогда, когда он четко видит нас, когда вот эта вот зона видимости. Когда он четко прямо на нас смотрит. Если мы просто рядом с ним ходим, но не перед его глазами, тогда он нас не видит. Короче, тут тупые герои, тупые противники, я бы вот что сказал. А почему тупые герои? Да, блин, на рожу на эту взгляните даже. Ну, собственно говоря, персонажи тут как раз-таки из того телесериала. Давайте начнем пакостить. Ну, нам тут предмет еще взять надо. Так, ну вот это, гантели взять надо. Что происходит? А, ясно, не будем смотреть. Все-таки неприлично подсматривать. Так, еще одна доска. Так, ну пакостить я не буду пока, наверное. Хотя можно... А, ладно, он уже здесь, так что не буду ничего ставить. Вот, мы просто рядом с ним идет, он нас не видит. Он нас увидит только если будет... Если мы прямо перед глазами у него будем ходить. Так, короче, таблетки, по-моему, сюда их надо, да. Вроде сюда. А, я вот это забыл взять. Давайте попробуем это взять. Но не уверен, что сработает, если честно. Попробуем, давайте прокрасться аккуратненько. Масленку вот это. Ну не туда идешь, дебил. Ой-ой. Давай-давай вот сюда, в эту сторону, вот так. Именно, чтобы он нас не заметил. Бери масленку. Вот он нас и увидел. Но у нас 3 жизни. Да, вот таким вот очень необычным способом. О, мы как раз в ванной оказались. В душевой, блин, какой ванны. Здесь нет ванны. Так, и это сюда вроде. Вот это масленку, вот это я помню, что надо в ванну было. Вот беда. Мы потеряем еще одну жизнь сейчас, но я не успел спрятаться никак. Вообще. Ладно, повезло, что мы оказались прям тут. Блин, вот только вот. Только вот камера, то что вот. Ее отключить нельзя в настройках, к сожалению.
И мгновенно оделся сразу. Только вот, вот это вот... Как вентиль повлиял на это, я что-то недопонял. Гантели, по-моему, сюда. Как это сработало вообще? Что это за таблетки такие? Что моментально прям... И сразу стал нормальным, тоже моментально. Да-да, пропустить. Прячься, быстрее, сюда. Фух. Остальное я не успею пока доделать. Вот так вот, блин. Но пакости не очень реалистичные, если честно. Не всегда они бывают смешными. Пропустить. Так, еще одну пакость я успел сделать. Со всем остальным пока не рискну. Пусть опять в ванну пойдет. А две жизни уже потерял все-таки. Давай, что сейчас будет? Я думал, он поднимет любой вес. Вот всегда надо, да, нажимать. Вот это тоже минус небольшой. Давай, иди. Я в шкафу, да? Отвертку сюда вроде бы. А вот с этим что делать, я не знаю. Но я же нажал отвертку, да. Ну это вот это сюда, это я точно помню. Ну и в принципе тут и других вариантов-то и нету. Зачем? Куда еще можно доску эту положить? Здесь нельзя закончить уровень, пока все вот эти пакости не будут сделаны. Ну и кстати, для первого уровня что-то пакости многовато, я бы сказал. Да, блин, он рычит-то еще как-то странно. Но пакости реально не очень какие-то реалистичные. Это в реальной жизни бы вряд ли бы он улетел прям в корзину. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Вот это уже точно понапридумывали. Ерунду какую-то. Ладно, ну и последний у нас, что там осталось? А, нет. Счет, он еще на нее не пойдет. Давай. Я хочу уже скорее уровень закончить. Блин, жестко. Великолепно, уровень пройден.
Так, следующий уровень у нас... Это вот этот. Этот недоступен. Тут я как уже говорил, справа налево. Тут у нас идет вторая серия. Крупье Шанс снова использовал в игре меченые карты. Но Сергей Звездунов вовремя это подметил. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Смотрите! Так. Ну и в каждом уровне мы будем играть за разного героя. Сейчас мы будем играть за главу семьи, который, собственно говоря, на своей двоечке, жигульке, вдолбался. Блин, я там в главном меню чуть мой... Нет, во время ролика матерное слово чуть не сказал аж. Хотелось бы сказать, но нельзя. А, нет, не надо туда идти. Стой. Ну и как-то вот этот русский супер-пупер мега какой-то крутой мужик, в которого он, собственно говоря, вдолбался. Машина-то его не пострадала, по-моему, а вот двоечки не крепко так досталось, аж номер отвалился. 2005. Офигенно. Так, ну предметы надо еще собирать. Я пока еще не нашел, что собрать. Музыка тоже отличается на уровнях, на всех. Почти. Чё, где тут можно взять? Колесо фортуны. Ну, это ясно, это очевидно. Так, ну, вот это, что такое, я не знаю. Лопатка крупье, ну, понятно. Вот с этим что-то с суперсиломером надо сделать. Так, качок горилла присутствует у нас тоже здесь. Но он нам ни вреда не принесет на этом уровне. Ага, еще бутылка виски. Блин, знакомые звуки. Я помню один из этих звуков в пинболе на Windows XP. А фишки нельзя получить? А, вот эта вилка еще. Спокойно. Блин, ты после каждого бронепредмета будешь говорить спокойно. Так, здесь что-то сделать надо. Может быть, эту лопатку? Что же, сейчас. Дайте подумать. Может быть, вилку туда фигачить, я не знаю. О, все. Фразоньки тут, конечно, офигенные. Что у них с голосами? Это, может быть, сюда лопатку? Ладно, с этим тоже понятно. Здесь 5 пакостей всего. Желе. Ну, мы 4 только взяли предмет. А, класс. Где еще 5-й что взять? Павлин тут у нас. Я помню, куда-то фишки тут надо на пол положить. Вау, ни хрена себе. Только они не берутся. Бутылка виски. Ну дайте мне сделать это, а. Ну и пакости, блин. Ну это жесть какая-то. Я вам серьезно говорю. Фишки где взять, я не пойму.
И... Блин, ну это жестко как-то, серьезно. А, фишки где эти взять? Какой невкусный сок, блин. Звук какой-то не соответствующий, по-моему, был. Не, ну за это ему вообще-то вообще-то на него за это изъявление написать можно. Подождите, вот же взять можно. Ну блин, но ну это же пиксели надо, блин, каждый выщупывать, чтобы это найти, блин. Да, это звук из пинбола. Вот, фишки. Где-то тут их положить надо, по-моему. Здесь, по-моему, да, вот здесь. Это тоже из пинбола. Слабак, блин. Блин, жесть вообще. Великолепно, уровень пройден. Так, а вот третий уровень я вот помню, когда играл вот впервые. Я его вообще не смог пройти. Очень сложно это было. Не разобрался. Таня Звездунова хочет отомстить сантехнику Петровичу, который в алкогольном опьянении кинул горящий окурок в мусоропровод. Теперь у всех жителей дома действительно трубы горят. Посмотрим, на что способна слабая женщина ради своих близких. Хотите узнать больше? Смотрите новое реалити-шоу на канале ОСП. Да, вот этот уровень я очень долго не мог пройти. И не знаю, смогу ли пройти сегодня. Но будем каждый пиксель, наверное, щупать и проверять. Гаечка. Да что он там делает? Да что это за звуки? Блин, ну это... Ладно, пусть идет туда. Куда-куда? Подождите. Так, он в какую пойдет? Ладно, давайте сюда. В эту дверь, давай в эту комнату быстрее. Быстрее! Так, ну вот эту фигню надо взять. Ну чё ты стоишь? Давай, бери быстрее. А, ну это чтобы спрятаться. А, двери в шкафу сами открылись. Ага, утюг надо еще взять. Больше ничего вроде бы тут не берется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, стоп. Не-н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 е, туда. Твою же налево, блин, ну вот. Это он так жизнь у нас отнял? Охренеть. Это же отвратительно. Вот кто знал, что он пойдет в коридор, а не в гостиную.
Гостиная, кстати, уютно довольно выглядит. Ой. Нет? Ой. Ага. А где действие? Где махание руками или что-нибудь еще? Вот, мне кажется, сейчас самое время уходить. Че он там крутился, блин? Твою маль... Твою ж налево, а. Вот комната такая неудобная. Неудобная комната вообще... Вообще. Почему там двери не сделали еще одну? Ну, вантуз он, видимо, не вытянет. Или наоборот. Да, не вытянет. Так просто. Ну, какая-то дурацкая анимация вот эта вот злости или что это такое? Ну уже... Ну нет, камера, не переключайся туда. Нет? Гайку, что ли? Гайку в конфету, ну, это как-то странно, немного. Давай, в гостиную быстрее. Так, запоминаем, что он не идет в гостиную вот после этого. Вот как можно было... Это ужасно! Зубы ошиб... Не, ну вообще, как можно гайку не заметить в фантике-то, а? Тяжелый утюг, блин. Ага, жвачку, да. Резиновые защитные перчатки. А что ими взять можно? Здесь что-то, наверное, можно сделать. Вот этим, вот эти, вот это куда-то положить надо. О, а это нифига себе. Это, может, это перчатками взять надо? Вот этого вот грызуна или кто это в клетке вообще? Дикий злой хомяк. Ну да, конечно, перчатками. Только что смешного, я не понимаю. Нет? Жвачка не сработала, что ли? Мы разобрались, вот дальше что, куда? Утюг куда, тоже не ясно. Надо ли еще что-то брать, я тоже не понимаю. Сюда. Что еще брать можно? Нет. Давай в ванну быстрее. Блин, какая тут камера еще неудобная, я вам хочу сказать. Ага, ясно. Чтобы упал на голову ему, да. Ну,
Ну это тоже какую-то хрень придумали, но это... Это бред вообще полный, но это... Зачем такие сцены сделали? Ну не бывает же такого в реальной жизни. Ну чё вы придумали-то, блин? ОСП. Что еще надо сделать? Какие еще предметы взять? Куда? Ты стой! Я вообще-то не просил туда. Вы проиграли этот уровень. Потому что тупые герои, как я уже сказал, здесь. Пропусти эту заставку. Я это видел. О, да, сложный уровень этот какой-то. Гаечку. Угу. Жидкие гвозди, блин. Угу. Я явно еще что-то не взял, но я не могу понять, что. Я больше не вижу предметов, которые я мог пропустить. И ну с гайкой я уже понял, что надо, куда. А, вот, я вот это еще не взял. Вот, оказывается, что я не взял. Сюда, быстрее, блин. Какой-то шарик. А, это жвачка тоже была. Ну, игрушка прикольная, конечно, но вот сцены бредовые вот эти, это как... Ну, что-то мне это не очень-то нравится. Использованная жвачка. Утюг. С утюгом-то я уже знаю, куда. Дрожжи. Может, еще туда нет. Жидкие гвозди нет. Ну и утюг, конечно же, тоже нет. Тут точно больше ничего взять нельзя. Так, и... А, это перчатки надо взять в ванну. Ой. Не, ну... Жвачка не сработала. Куда? Что надо еще сделать с ней? Явно не один предмет нужен, но вот где взять еще? Я больше ничего не вижу. Может, что-то, конечно, на пол надо разложить. Не ясно вообще, что надо еще делать. Может, тут что-то взять еще надо, я не понимаю вообще. Да не туда, камера какая неудобная. Жидкие гвозди. Это, ну это ясно куда. А, это место для прятания, да?
тоже самооткрывающееся все, блин. Дрожжи. Ну куда дрожжи? А, вот еще что-то взять. Шпилька для волос. Только жизнь, ну, жизнь надо потеряю уже опять. А, шпилька для волос, это, наверное, в наушники надо засунуть. Наверное. Я другого не вижу, но одну жизнь уже сейчас потеряю. Дрожжи куда, я не знаю. Ой, блин. Мы это видели уже. Жалко, камеру нельзя убрать эту. Да блин, ну не дает он сделать ничего. Ладно, уже я точно не смогу никак это. Не успею сделать ничего. Так что лучше сразу в гостиную шпильку эту всовать. Это, блин, бесячая камера. Да, точно. Шпильки не хватало. Давай. В коридор быстрее. Куда дрожжи совать, пока не разобрались. Нет. С клеткой, может, вообще ничего делать не надо. Сейчас опять дурацкую сцену эту увидим, блин. Тупую, ненормальную. А хомяк вообще удрал. Сквозь дверь, блин. Ты чё, блин, собачка, что ли? Ой, блин. Ой, господи. Тупые, как валенки. Как достать квартиру? Придурков набрали, блин. Осталось понять, куда дрожжи девать. Мы же здесь спрятаться можем. Ладно, сейчас, надеюсь, разберемся, куда дрожжи совать. Давайте попробуем взять их и понащупать. Может, их куда-то вообще надо. Но вряд ли их надо на пол. Их, скорее всего, в какое-то место надо засунуть. Явно не в унитаз, на унитазе мы уже это спробовали. В трубы куда-то, я не знаю, куда дрожжи можно засунуть. На кухне, может, куда-то, может, здесь. Вот, сюда можно еще применить. Ай, как же я не подумал-то. Ну я же вроде... Хотя, подождите, я же вроде щупал там. Я же вроде нащупывал там. Не находил ничего. Ну как-то странно, может, я тебя неправильно нащупывал. Да. Дрожжи сюда, я так понимаю. Потому что туда мы ничего не ложили. Давай, быстрее. Мне надо уже заканчивать серию. Уже сколько, блин, играем, сидим. Уровень этот третий пройти, блин, не можем.
наконец-то. Все пакости, блин, сделаны. Шкаф, шкаф, давай быстрее, блин. Да ёп. Моё. О, господи. Сложная игра. И местами тупая, но очень уникальная. Очень необычная, в отличие от других клонов, когда соседа. И самой, когда соседа. Ну, во-первых, несколько главных героев. Всегда разные противники. Разные локации. Всегда тоже. Это интересно. Но вот пакости местами тупые. Сцены какие-то тупые, нереалистичные. Ну и неудобное местами управление тоже раздражает. Еще и взгляд у него такой, ну прям какой-то, ну совсем. Видимо, он анаболиках сидит еще. А мусорка у него в кармане, да? И по новой конфете всегда появляется на столе. Серьезно, я что-то не сделал еще, что ли? Блин, да вы что, вообще прикалываетесь надо мной, что ли, или что? Или может, а тут это сработает, я не знаю. Нет, ну и так бы камера бы наводилась, так оно и так это не работает. Ладно, ребята, полез-ка я в YouTube, я не понимаю, что дальше. Понятно, короче, морковку я еще не увидел. Ее надо засунуть прям в отверстие, в это самое. Ой, господи, ну как же сложно предметы тут искать, а? Это вам не обычный, когда соседовали. Это гораздо скучнее, блин. Ладно, теперь ждем еще раз. Фу, я задолбался уже, если честно, это проходить. Но мы, я думаю, пройдем это до конца. Игру пройдем до конца. Потому что вы точно этого хотите, я уверен. Наверное, звук надо будет тише в следующий раз еще делать. Микрофон этот не очень громкий, тихий довольно. Тише, чем предыдущий. Давай, давай, я уже скорее уровень завершить этот хочу, блин. Аллилуйя, блин, мы прошли этот долбанный уровень, наконец-то. Ой, ладно, следующие уровни... В следующей серии будем проходить. На следующем уровне нас уже два противника ждут, я смотрю. На сегодня все, с вас Ликос Подписос, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, на влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, ну и ждите продолжения. Всем пока.
я запустил.